на время грибов. Все остальное время держишься около луны. Рейд стоит рассредоточена. Варна трэша, значит. У нас есть три вида трэша. Первый вид — это большой огромный моб. Вместе с ним появляются грибы. Вместе с ним появляется дебафик. Гнев природы. Дебафик желательно вынести. Независимо от того, стоите вы под грибом, не стоите, можете вы дамажить, не можете, хил вы, танк, наплевать вообще. Дебаф нужно выносить, это первый момент. Второй момент. Второй пак трэша — это три моба. Хвостоплет, водяной, еще какая-то шляпа. На всех я буду ставить метки. Задача — убить мобов одного за другим в течение 12 секунд. То есть мы выбираем таргет, я, например, говорю анонсу, там, череп. Заезжаем по черепу, поставляем ему 20%, переключаемся, следующий таргет. Итак, следующий. Когда у всех мобов остается по 20%, мы сливаем тот таргет, который был назначен последним. Сливаем его, следующего и следующего. То есть наша задача — убить трех мобов с интервалом 12 секунд между смертями. И третий вид мобов — это куча маленьких мобчиков. Значит, когда выходит куча маленьких мобов, во-первых, бомжи отдают вас под них. Шаманы кастуют элементали каменных. Весь рейд на мелкий трэш заходит под босса. Сдаем фул АУЕ. Сливаем их АУЕ до 20%. На 20% разбегаемся. Эрвуд прожимаешь массакру. И добиваем точно таргетно. И в принципе все. Когда у босса кончатся стаки, спадут все стаки. То есть один пак трэша снимает с босса 25 стаков. У босса 150 стаков. Когда все стаки закончатся, ДК танк ведет босса либо в череп, либо в крестик, куда будет ближе. И все милики бегают непосредственно за боссом. То есть, как только босс куда-то двинулся из черепа, например, в крестик, милики перебежали. То же самое и кастеры. Мы с вами собираемся в квадратике, шуруем по боссу. Как только босс высирает первые бомбы, весь рейд перебегает в следующие метки. То есть, мы стоим квадратик череп, высрались первые бомбы, весь рейд перебежал печенька крестик. Высрались бомбы, перебежали квадратик череп. Здесь очень важно, ну как бы мы сейчас не в ХМ-ке, но обычно в ХМ-ке очень важно во время этих перебежек будет неудобно и долго сливать корни, поэтому как бы должны закидываться фридомы, но чуть-чуть отклонился от темы, неважно. Вопросы у кого-нибудь остались? Ласт-фазу как убиваем? Еще раз? Ласт-фазу как убиваем? Мы толпой бегаем или кемпами? Нет, смотри, ласт-фаза, вот у босса снялись все стаки. Весь рейд стал в квадратик, точнее все хилы РДД встали в квадратик, а все милики и танк встали в череп. И стоим здесь двумя кемпами, дамажем. Как только босс высирает первые бомбы, бомбы падают ровно в то место, где стояли игроки, поэтому наша задача стоять очень кучно, чтобы все бомбы были строго в одной точке, точнее в двух, в мили-зоне и в РДД-зоне, чтобы не было такого, что какое-то тело стоит где-то здесь или где-то здесь, и он не может перебежать, потому что он смотрит рекаунт и докастовывает свой каст. Мне на это абсолютно наплевать. Если я сказал кучно, значит все стоим кучно. Все, значит, бомбочки выстрелились, череп, квадрат. Перебежали в соседнюю меточку. Продолжаем дамаж. Бомбочки выстрелились, перебежали. То есть просто бегаем лево-право, лево-право. Все. Значит, по СС-ам. Мордун. Войд Фьюри. Жуки. Трутеллер. Кошмарю. Кошмарю. Момока. Тотемы, гимны, инеры, БРы сдаем только по моей команде. Так, теперь что по бафам? Это вижу. Это вижу. Фласки выпили. Балласт, тимбич, трутеллер, рюгер, пан, срочник, хилюк, акцука, мордун. На всех должны быть выпиты фласки. На силу атаки у кого есть, дайте тим еще. Срочник, пан. Настя, замути там Тимычу фласку на силу атаки. Да, Тимычу нужно фласку замутить, пану нужно фласку замутить. Срочнику нужно фласку намутить. Хвостатый хил, похавай рыбы. Ну, если она не пропала. Сейчас я возьму. Значит, это смотри, Спанч Боб, ты держишь орехи на Эклипсе, я на ДКшнике. Окей. Алло. Да, Спанч Боб на клипсе. Ага. Твои орехи на клипсе. Мои на ДКшнике. Все отлично. Ну, короче, я не знаю, пан и срочник до сих пор не выпили фласки.
Они слышат меня, нет? Ладно, хорошо. Чек на пол. Жуки, срочник. Все, готово, пуляй такая. Босса никто не трогает вообще. Пока на нем висят стаки. Три моба. Так, значит, кастеры заехали по печеньке и кайтите. Мелики играем крестик череп. По черепу заехали, крестик стопнуть. Кастеры больше печеньки. Дерево за боссом. Быстренько свичнулись. Дерево приоритет вообще. Мамока, поднимай. Твои пати. Челика. Добиваем. Кулбав помалу. Дерево слили. Мамок, Инер по хвостатому. Все под босса. ДК бомжей. Дали. Фулла уе. Зачем откидывать? Тайфуны не надо. Не откидывать. Держим всех кучненько. Все, разошлись. Сакру прожимай. Точечно. Каждый игрок взял по мопчику и добил его. Подняли рейд. Так, ДК танк, если будут следующие маленькие, бомжей кастанешь ты. Нашли грибочки, вар взял мини-босса. Играем по-большому. Кошмарю курка, выноси. Опять выноси. Дерево. В дерево заехали. Дарова нар, прям под боссом, активнее, быстрее. Чуть больше дэмэджа по большому мобу дайте. Все, можно выходить. Пан. Еще три будет пака мобов. Не расслабляемся. Так, кастеры, печенька. Мелики, череп, квадратик. Ой, крестик. Печеньку кайтите, не танчите, если она сорвется. Это очень важно. Дерево. Дерево заехали. Дерево далеко сзади. По черепу стопните, по крестику больше дайте. Нужно быстрее сыграть по дереву. Печеньку добили, потом череп. Хвостатый гимн на ману читай. Дерево. В метках. Все под босса. ДК танк бомжей. Все под босса. Сдали фулл ауе. Сокру, разошлись. Подняли. Гимн на хп прочитай, хвостат.
Трутеллер, подними. А, шаман все стал отлично. Дали фулл баф по шаману. Лапа пристабав в каску. Инту. Последний пак, скорее всего, будет большой. Дерево. Так, значит, смотри, подводи босса потихоньку к черепу. Да, отлично. Под грибочки все встали и сыграли фул большого. Там сейчас дерево выстрелится. Скорее всего, оно выстрелится за миликами в воде, так что будьте внимательны. Трутеллер. Чуть больше по-большому. Все, в виде боссов череп. Хиллер ДД квадратик, мелики череп. Тар. Пошла Гера. Дерево слили рядышком. Кучно, кучно. Отлично. Душим босса. Дерево. Кастеры свечнулись. Быстрее. И перебежали. Все перебежали. Быстренько перебежали. Быстрее, быстрее, быстрее. Ничего страшного. Как бы еще раз баф по шаманам перебежали. Не докастовываем, ребята. Перебегаем. Перебежали. Бомбы сейчас взорвутся. Бомбы взорвутся. Че, пошлите дальше на Торима. Ты лут раздавай. А мне, сначала предлагаю Мимирона сходить, а Торима после. Ну понятно, без маны, что хилить. А лутер на мне висит, да? Да. Окей, посох. Мордом, задруля. Остатый хил. Фьюри. Последнее искра воображения. Сейчас. Хвостатый хил, а у тебя что за пушка? Да, Дарт Вейдера сейчас заменим. Логотику, возможно. Ага, хвостатый хил. Монолит. ТДЦ. Разбойник, лице смерти, маг друид. Если это как-то повлияет, это мне нужен второй кусок, и мне нужен. Второй кусок, это кто говорит? Либо штаны. А кто говорит? Маг Базука. Базука, это тебе нужен второй кусок, да? Это твой второй. Да, и только либо штаны, либо плечи. Голову и перчатки я не беру, в принципе. А, все хорошо. Значит, второй кусок штаны забираем. Че, посох кому дал? ДЦ. И воин-охотник шаман. Настя, прочай сразу посох. Клипса, это первый кусок или какой? Поставьте ГБ. У меня все, да, у меня нет Т8 вообще. У тебя вообще Т8 нету? Вообще ни одной. Я понял, а ты себя позиционируешь как мейн танк? Меня тут спозиционировали давно как офф танк, ну, типа я второй танк. Ну, как, да, как мейн спек танк. Он на фуриках хочет собирать. Короче, я, как сказал... Хорошо, тогда секунду, Спанч Боб, у тебя что по кускам?
просто на рестер шамана 4, это 8 сильный сет. У тебя есть комплекты? Он линканул. Перчи у него. А, то есть это будет во второй кусок, да? А, четвертый это будет. Нет, какой четвертый? Многие есть у тебя, или что, или это мои сеты показываются, не вижу. Твои, твои. То есть это твой первый кусок, да? Все, один, значит, давай второй тебе тогда дадим. Четыре куска нужно тебе собрать, и будет все красиво. А каскет это кто? Вот в этой. Кто-то, кто с твоей гильдии, да? В гостиной пишет. Кто? Куда пишет? В гостиной, в DC каскет. Класс. Да. В стрим просил. Сейчас. Нужен четвертый кусок. Мне? Нет, у меня второй. Так. Ну пошлите тогда на Мимирона, тогда что сейчас пока тело у меня зайдет. Чуларец забрал? Алхимика? А, у меня аж не вижу его. У меня алхимии нет. А, да? Сейчас я тогда вернусь. Mm-hmm. Да, если можно, сделай, пожалуйста. Антон, там тебя спрашивают, если это четвертый кусок, то тебе могут отдать. Не-не-не, нет у меня четвертого куска. Мне, ну, мне ноги нужны. Так, искра воображений. Это линкните еще, пожалуйста, в рейд-чат. А, я сейчас сам сделаю. У кого алхимия есть? Спанчбоб у меня Ранда. Есть. Ты можешь мне кинуть, потому что я потом в ГБ кидаю банки. Так, значит, Мимирон. Что мы имеем? Просто спроси лучше, есть... кто не знает тактику. Вот мой рейд знает, а твои ребята тоже знают. Или кому-то. Ты насчет срочника спроси, ну как бы я его брала 2 недели назад. Первый раз вижу в рейде. Срочник тактику знаешь? А, я просто не совсем знаю, как бы как вы убивали. Давайте я расскажу, как мы убивали. Может быть, там что-то будет похоже, а может быть, что-то нет. Сейчас, одну минуту, пожалуйста. Пуганом брали? Ну, я не знаю, что это за шаман. Антон, наверное, знает. Да голожопа это пук, какой-то мощный. Сейчас оденусь, Вась. Уже хуесосит потерять, как это что? Чё? Уже хуесосит, из-за что начали. Сразу, блядь. О, рыбу поставили. Так, значит, чек на ФК. Войд Фьюри, Пан, Тимбич, Варлайк.
Так, смотрите, значит, у нас есть номерон и есть комната вокруг него. Приблизительно комната разделена на 3 треугольника, как видим, да? Поэтому первая фаза. Босс танчится там, где он стоит, танчит его ДКшник. На шоковый удар милики отбегают. Когда кастуется взрыв плазмы в ДК танка, он должен прожать зеленку, хилы должны его прохилить, потому что в него влетит достаточное количество урона. Это все нужно прохилить. Милики, отбегайте очень аккуратно, потому что вокруг босса... Вокруг босса будут разосланы бомбы. Наступите 2-3 бомбы, сразу умрете. Дальше. Вторая фаза, это значит этот, забыл, как его называют, короче, робот с двумя руками. Турель. Очень важно, турель. Да, турель. Очень важна на турели правильная позиционка, чтобы не напрягать лишний раз хилов. Поэтому видим 3 так называемых треугольника, 3 кусочки пиццы. Значит, мы должны встать так, чтобы рассредоточены были все равномерно. То есть 5 человек тут, 5 человек там, 5 человек около кнопочки. И обращаю ваше внимание, когда босс кастует лазерный обстрел, очень важно, то есть смотрите, если, например, какой-то челик стоит в трусах, босс направил, сейчас вот так сделаем, если какой-то челик стоит в трусах, там дамажит, хилит, неважно, и босс направил руки в сторону квадратика, соответственно, да, он как бы смотрит приблизительно в вашу сторону, ваша задача убежать. Вот чтобы не умереть, вам нужно побежать против часовой стрелки. Всегда. Потому что если вы стоите в трусах, а босс уставился руки на квадратик, и движение турели всегда идет на лазерном стреле по часовой стрелке исключительно, то если вы побежите сюда, вы 100% умрете, вы не убежите. Если только не на ботинках или еще на какой-нибудь херне. Есть другая ситуация, когда вы стоите в трусах, и... Других ситуаций нет, забудьте. И третья фаза, это когда летающая башка, значит, смотри, Вар, ты на этой фазе на летающей башке стоишь в луне, собираешь мобов. Если мне дадут лутера, то у меня ДБМ сам сменит лут на групп лут, кажется, сам за себя. Он автоматом всегда меняет. Да-да-да, вы сможете все сами подобрать, и тот милик, который поднимает ядро, спокойненько, что бы он ни делал, бежит и опускает башку. Как только башка опускается, в нее свечатся абсолютно все. Кроме танка, соответственно, который танчит трэш, вары. ДК, твоя задача тусоваться где-нибудь около черепа вот здесь. И каждый раз, когда башка высирает бомбота, ты его гриппаешь под себя. И всегда таунтишь голову в воздухе. То есть по КД ты кидаешь в нее таунт, можешь даже ЛПшки в нее закидывать. Ты гриппнул бомбота, кинул в него оковы, все кастеры будут в него свечиться, я буду анонсить каждого бомбота. Убили бошку, снова вокруг комнаты все рассосались. И дальше мы начинаем играть по боссу. Он уже соберется, все 3 части соберутся в одно целое. Милики играют посередине, кастеры играют в голову. Когда у головы остается 600 тысяч, кастеры переключаются вниз. У миликов к тому времени плюс-минус уже тоже где-то так останется. И милики тоже переключаются вниз. Когда у всех 3 частей остается по 600-500к, дальше мы начинаем играть табом. Подамажили, смотрите, осталось у какой-то части больше, переключились на табу. Короче, я буду все анонсить. Вопросы есть, вопросов нет. Давайте, ставьте рыбу, ладно. И по бафам. А, рыба стояла. Готиков ласку выпей. Шаманом лапу. И самое главное, тут мы в одного танка ходим. Этот Ник Дэйлон на фазе с головой, просто ЛПшки кидаешь, Рюгер голову на него напуливаешь, а вас... кидаешь на бомбы, которые падают с головы, оковы, и все будет отлично. Кулаков не вижу вообще, бафните кулаки, кто бафнул? Брейкер бафнул. Пишите, пишите, я миликом дам курицу. Где посмотреть в этом, в Дисе, кого я забанил, кого нет? Напомню. Не-не-не, я вот... В последнее время никто никого не банил, что? Настройки сервера, баны. Я посмотрела, вот. Так, в принципе, все, энхов нету. Короче, срочник, если что, не в Дисе, без ролла идет, потому что ему не сказать ни гимн, ничего. Ну, тебе заранее. Ладно. Кто хорошо знает, кто это, типа, ему передайте.
Я понял. Пан. Все, набрали позиционку, разошлись. Не стоим. Кучно у вас. За боссом целая площадка. Слева целая площадка. Кучника не стоим. Пуляйте, босса. Так. Мардун, СС Балласт. Жук Мамока. Камушка Трутеля. Дамажим босса. Повторяю, милики, очень важно, чтобы вы аккуратно отбегали от босса на время фазового удара. Шоково. Потому что будут бомбы, на которых можно легко подорваться. Ну, не забываем выходить вот с этой. Подбежали, милики. ДКшника. Прохил, прохил. Ну, я говорил об этом. И кот, в чем проблема? Вар, забери босса, Мамока подними ДКшника. Подожди, подожди. Сразу сразу падайте, сбегайтесь под босса, это залупа. Это хуета полная. Вот смотрите ошибки ваши. Маг, который шадоу, ты стоишь далеко от хилов. Сейчас на 5 хилов поставлю метки, чтобы вы не были далеко от хилов. Ник Дейлон, где твоя прожимка? Незыблемость на плазму. Сбегайтесь. Сбегайтесь и падайте к утюгу. В мины сбегайтесь, которые он поставил. Ложитесь. Мы здесь ходим в одного танка. Второй танк — это потеря ДПСа здесь. Клипса в ДД, и босса никто не заберет. Ник Дейлона надо прохиливать. Плазма — это дамаг туннельный. 6 секунд босс поддерживает заклинание. И за 6 секунд в танка приходит каждую секунду по 20 тысяч. Это сколько? 120 тысяч урона за 6 секунд. Это значит, надо в него спамить хил. Это значит, ДК надо отдать прожимку. Я на первый отдавал панцирь, на второй незыбку. Или сначала незыбку, а потом панцирь. Ник Дейлон, ты заслакал. Shadow, ты заслакал. Отбежал от хилов. Теперь то же самое, только без вот этой залупы. 5 хилов, ставлю метки, чтобы вы глазами смотрели, что хилы рядом с вами и могут вас достать, захилить. Ник Дейлон, дебаф видишь? Еще у него пушка такая есть наверху на башне у танка. Из нее плазма, луч такой. Как ты только луч этот увидел, сразу прожимку. Ты взял, заслакал, сдох. Прошу прощения, типа вот мы когда ходили в десятку, то было очень удобно, когда хилы стояли вдоль вот этой линии. Я вот кошкой сейчас бегаю. Здесь и с другой стороны здесь. А выносили вот эту херотень, которая дамажит очень сильно, вдоль вот этой вот залупы. И тогда точно танк никогда не был вне ренджа хила. Ну и типа и хилы хилили всех остальных тоже спокойно, потому что все остальные в этих вот зонах двух. Какую херотень? То есть, ну, можно так же самое делать. Какую херотень? Ну, вот эта, которая дамажит 120 тысяч, ее можно выносить вдоль вот этой херни, если нет, здесь никого нет. Она не выносится, она дамажит только танка. Луч соединяет танка и босса. Не надо ничего выносить. Отбегает он от шокового. Ну, вот тут. Ну, получается, да. Ну, то есть, типа, и сюда, когда он отбегает, его здесь хилит. Рыба стоит, если что. Вот эта тринька — камень сосредоточения стихии. Здесь неправильное описание. Эта тринька дает просто скорость. Неважно, на ком она одета. На милике, на кайсте. На РДД тоже? Да. Ну это просто рейтинг хосты. Все правильно. Значит, на ШП пойдет? Да. На кого угодно пойдет. Ну скорость атаки. Неверное описание, я повторяю. Скорость атаки написано скорость. А такой еще заклинание. Полобафы разбафайте. Касок нет. Чек на пол.
Нормаляй, все, все готовы, пуляй. У нас мало времени, друзья. Вы поможете испытать новейшие и величайшие из моих изобретений. И учтите, после того, что вы натворили с XT-002, отказываться просто некрасиво. Аккуратно, бомбы выстрелились. Вышли медики. Отлично. Все, веди обратно. Аккуратно, сейчас будут бомбы новые. Бомбы высорлись. Чуть-чуть напалма, с напалма нужно выходить побыстрее. Отбежали. ДКшника прохил. Все, ставь на место. Не понимаю, что так сильно дамажит спанч боба и хвостатого. Рейндж не держит. Ну что, у нас маленькая комната. Это задняя часть комнаты вообще пустая. Ну, сейчас посмотрим, что будет на лазерном обстреле, как вы будете себя вести, такой позиционный. На Рензе стоят два мага, три лока, хант, это 6 человек. Потом стоит срочник Невдис и задрулю и воет, это 8 человек. Все остальные под боссом, включая хилов. Повторяю, когда идет анонс лазерного обстрела, если вы стоите в зоне, убегать нужно строго против часовой стрелки. По часовой не успеете. Куда бы ни стреляли лучи, стоять всегда нужно исключительно за спиной. То есть, скажем, лицо — это то, куда направлены руки. Сейчас, пока этот урон дамажит, сейчас бегать не нужно. Сейчас все прохиливается. Просто стойте и дамажьте. Под некоторыми игроками будет появляться красная лужа. Туда летит ракета, дамажит она 9 миллионов. Поэтому не думаю, что кто-то из вас выживет. Вот, готик, выходи. Беги, малышка, лазерный обстрел. Беги. За спину, строго за спину, быстренько все. Угу. Ты чё, блядь? Нерезную его. Хорошо. Эр, вот так, вы быстренько разбежались, все. Готовьтесь и друлю захилить. Вставай. Пиздец. Блять, я, сука, не заметил, что там перебили дурно, нажал банду. Так. Хвостатый, сразу... гимн хп, тротеллер, не, 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 не надо, не надо. Тут, ну, да, не... зачем, бывает. Смысла нету. Это не вайп. Это будет хуйня, понимаешь? Мы на последней фазе пососем просто. Все нормально, сейчас будет никакой шум. Ну ладно, я время просто потеряю. Трутеллер, Бармалей в своей пати. И будем понимать, что у нас тут. Мамока, первая группа, Рюк какой-то. И у меня киньте. А уже не надо. Так, дальше. Балласт, Секси Холли. Тим Бич, Роланда, третья группа. ДЦ Гимномана. Чё, сбегаемся? Да, да, да. Задрулю еще есть бэра. Поднимай, задрулю последнего. Фулл бафы дали по игрокам. У кого так теперь из друидов остался бэр? Все, пробафали. Так, таунтите башку, чтобы она была не на кастере, на танк. Приготовились, сейчас выйдет бомбот. Бомбот вышел. Отошли от него. Убили. Собираем трэш. Штурмовой, барахлобот. Все это должен танчить там. Мамока, иннер похвостатый. Бомбот. Бомбот. Аккуратненько, мелики. Очень аккуратно.
бомбот у вас. РДД бомбота надо бить, если что. Может это новый балласт сделать? Балласт иннер по хвостатый. И тимбич туда же. Бомбот. Кастеры по бомботу заехали. Балласт юзай хуйню. Прохлопот в РДД. Все по воздушному судну заехали. Мелики, отойдите из-под босса. Сейчас высадится бомбот, сразу взорвется. Бомбот. Ладно, похер. Добили все трэш и разошлись. По всей комнате нужно разойтись, потому что сейчас будет очень много дамага входить. Тимбич, иннер по хвостатой, пожалуйста. Кастер в голову, мелики в тело. Ноги пока только кливы. Не забываем, тут также будет шоковый удар. Будет ДКшника пробивать, ДК за этим следишь. И будет лазерный обстрел. Будут еще и бомбы, так что очень аккуратно. Мелики отбегают. И во время лазерного обстрела, кастеры, вы сейчас не сбегаете из-под босса, а бегаете на РНЖ, но за спиной. Стоп по башке, стоп голову, в тело и ноги. Лазерный обстрел, быстренько все убежали. Больше нужно играть в тело, голову вообще не трогать, без АУЕ, аккуратно. Распидитесь. Рэндж наберите. Смин выходим. Шоковые милики отошли. Кастер, который стоит, тоже там отошли. В тело, только в ноги. Все по ногам заехали, фулл ДПС в ноги. Ракета. Нер, закиньте. Сейчас закинь. Так, играем ноги. Лазерный обстрел, все за спину. 4, 8. В тело сыграйте по телу. У тела 8%. Играем точечно по телу. Головы ноль, быстрее. Голову, голову, голову. Там 3%. 2, 1. Добиваете воздушное судно. Все. Сосчитал хранителей. Так, а лутер на мне или на тебе сейчас? Хелика, сука. На тебе, да. Ага, хорошо. Ой, блядь, то же самое, что сегодня днем падал. Так, кистевое надо? Энхи, может быть, разбойники, ханты. Энхов вроде нету. На офспеке. Готика, еще кто-нибудь? Хорошее кистевое. Ну, раз никому не нужно, давайте отдадим гость. Оранжерея жизни и налево. Перчатки, пал, жрец, лок. Сразу пал, там говорите, жрец, лок. Сколько кусков у вас. Да-да-да, давайте. Мордун, жуки, камушка. Кусок. Мордун вчера хотел шмот. Мордун 0. Мордуна 0, у хвостата второй кусок. Хвостата, хорошо. Там уже 2 выпало. Угу. А, тут два пал жрец лок. Так, первый хвостатый, мордон 0. Мне я голову уступил, нужна уступил. Будет. Так, мне голову нужна будет вторым куском. Жук, у тебя сейчас сколько кусков? Один. У тебя Жук, нужно 4. Тупо для прокассета можешь собрать. Тебе нужно 4. У нас офсет перчатки. В этом тире. Уже две не актуальны. Ладно. Мордун 0. Хвостатый отдал. Камушка, а у тебя сколько? Камушка.
Или как там? Кошка-мурка. Кошка-мурка. Камушка. Тоже ноль. Ну, давай начнем с тебя. Камушек. Перчатки нонсетом идут. Чё, танки жжу. Вниз отворачиваете, босс мобов. Перчатки нонсетом. Ну, а у кого-то грудь. Уходит у палов в грудь. Нонсетом идет. Хорошо. Жук, тебе в десятке выйдем, расслабься. У которого больше хп будет. Так. Значит, танк, который шарит, что делать в кишке. Есть такой? Кто у нас ходил не к Дейлам в прошлый раз? А, оба шарят, отлично. Хил, который шарит, что делать в кишке. Холи пал. Я не отвечаю за себя. Хорошо, тогда пойдет Эрвуд. 5 ДПСеров. Сейчас я назначу. Балласт, Трутеллер, Хант. Это 3. Готика 4. Пан 5. Запомнили. Балласт, Рутеллер, Готика, Пан. Балласт, Рутеллер, Готика, Пан. А кто пятый-то? Хант. А, Хант, да. Все отлично. Предложил бы базуку мага, чтобы он иногда превращал кастеров, которые ваншотают, в овцу. Так. Их сбреют там просто. Смотрите, значит, вы заходите в кишку, агрите первый пак, агрится второй пак. Пока второй пак бежит, 5 ДПСеров, можно, ковыряя пальцем в носу, успевают убить первого кастера из первого пака. То есть вы только зашли в комнату, Холипал стоит за стеночкой, он не забегает туда. Туда заходит вар, ну кто там танчит, пусть будет танчить ДКшник. Туда заходит ДКшник. Внутрь таунтит ближайшего милика, кидает грип по дальнему, и абсолютно все ДПСеры сливают кастера. То есть там есть два моба без маны, один моб с маной. Вы его сливаете, добиваете вот этот, из этих двух мобов, добегают остальные, сливаете опять с маной, заходите в комнату, там стоит большой. Очень важно, чтобы когда вы сагрите большого, чтобы вы все были вот в этой мини-комнате, в которой он стоит. Если питомец там, или тотем, что-нибудь останется вне комнаты, то он может сейвэдиться и реснится вся комната. Это будет вай. Поэтому вы зашли внутрь, сливаете большого, открываются ворота, агрите первых двух мобов, поднимаетесь на ступеньки вторых двух мобов, поднимаетесь наверх, убиваете большого, открываются ворота, по центру никто не бежит. Все к боссу и бегут по стеночке, либо лево, либо вправо, это не важно. Значит, когда вы добегаете до босса, любой из вас, кто бежит последним, бьет босса автоатакой, прыгаете все вниз, и внизу мы рассредотачиваемся. Что у нас по миликам? Много вас? Так, сейчас, секунду. Нет, немного. Много сов. Так, короче, ладно. Смотрите, небольшой нюанс. То есть, когда будем бить босса, если вы обратите внимание, как вот аркан сейчас будет кастовать в мобы стрелы. Вот, вот видите, летит такая ленточка, скажем, будем называть ее. Вот такие же стрелы будут во время боя с боссом. Вот сейчас аркан кастует ее как раз. Эта ленточка, так называемая, она будет идти от босса, босс танчится строго в центре. Она будет идти от босса и к рандомному шарику вокруг комнаты, в которой шарики белые стоят. Так вот, вот эта ленточка идет к рандомному шарику.
После этой ленточки будет идти удар молнии. Он идет конусом, бьет по трем шарикам. То есть центральный шарик, в который непосредственно шла ленточка, и от левого до правого шарика, то есть затрагивает она ровно три шара, такой большой конус. В обычке это не страшно, в хэме нужно будет выбегать вот с этого конуса. Давай это сразу поправочку внесу, чтобы было понимание. Колонна заряжает босса двойными молниями, как у Элема. Колонна заряжает босса. И потом босс поворачивается лицом к той колонне, которая его заряжала, и дает в нее конус молнии. Разряд молнии называется. Задевает треть комнаты примерно. Чуть меньше трети. Джерф сзади стоит, починить кому надо. Значит, это самое, треугольничком, надеюсь, да? Так, смотрите, холипала. Два холипала. Когда босс активируется, вы оба стоите в звездочке. И никуда оттуда не выходите вообще. Я знаю, что делать. Хорошо. Поставьте рыбу. Я составил. По миликам сейчас скажу. Сколько их? Раз, два, три. Три милика, что ли, да? Угу. На танка пусть. А, ну все тогда, отлично. Пан печенька, правая нога, тимбич спина, и вас, трусы, левая нога. Отлично. Там кастеры, мы просто набираем ренджу. В принципе, у всех, у кого стоит адекватный ДБМ, он сейчас при пуле, у вас высветится окошко, рендж 12. Соблюдайте рендж, и вам ничего не грозит, абсолютно ничего. Значит, пока сейчас мы убиваем трэш, те, кто идут в кишку, они идут к воротам после убийства трэша, а все, кто остается здесь на арене, мы все стоим ровно в центре, вот в этом круге, который стоит, где идет бой мобов. Вот в этом коричневом маленьком кружке. Из этого коричневого маленького кружка не выходит никто. Будут вызываться ады. В принципе, на всех на них наплевать, кроме одного ада-прислужника. Из клана Черной Горы или приспешник, не помню, я скажу во время боя. Пробудитель. А, или пробудитель даже, вот. Он, значит, будет вешать на себя два дебафа. Первый дебаф это такой желтенький щиточек, второй дебаф синяя шляпа какая-то. Все два дебафа должны диспелиться. Диспели это абсолютно приоритет по магам, чтобы снимали дебаф магии, потому что он очень много хилит. Но если маги не вывозят, то диспелит ДЦшник, диспелит ШПшник с диспелами и диспелят все шаманы. Поэтому каждый раз, когда высирается трэш, я буду говорить, что вышел, например, приспешник. Его нужно будет уже сразу зафокусить, убить его нужно первым. В принципе, все. Все тотемы, все питомцы, все должно стоять в маленьком коричневом круге. Никто из него не выходит. Спускается босс, все выходим из этого квадратика, набираем ренджу. Рендж 12. У кого не высвечивается окошко, можете сейчас прописать. Слэш ранга 12. Должно появиться окошечко. Когда у вас безопасная дистанция, вы спокойно стоите и туннелите босса. В принципе, все. Что там по бафам? Что там, какие хилы в комнату идут? По хилам идет секси-холи. И все. Так, не вижу инты. Еще раз, по РДД кто идет в комнату? Хант. И все. Все остальные милики. Принято. Все, все готовы, чек на пол. Сейчас тогда ДКшник танчишь червяка, а вар танчит вот этих вот мелких. Червяка нужно отвернуть. Тебе СС-ов кого закинуть? Так, по СС-ам давайте. Мордун. Мордун. На балласта? Мордун. СС на балласта. Жуки СС на секси-холле. Камушка СС на Трутеллера. Кошка-мушка, кошка-мурка. На Настю тоже повесить. В принципе, все. Не надо на меня. Все, поехали. Блять. Червяка отверните. А кто из танков остается с нами? Вар, Калипсо, на рейд остается. Хорошо, Калипсо.
Плохо, что ШП нас не слышит, можно было бы чуть-чуть бустануть нас, мопчику. Мы бустанемся в другой раз, когда ШП снизит. Все, ушли, кто на кишку ушли, остальные добили. Зашли все в центр, кто на арене. Сюда поставили тотемы, сюда поставили питомцев. И тусим только здесь. Тотемы чьи там стоят? Роланда, убери, ага, спасибо. Все, из этой шляпы никто не выходит. Вот это тот, который ты добрал с ума, нормальный тип? Зачем еще явились сюда эти чужаки? ЧСВшник лет вообще. Он остащится с ЧСВ. Секси Холли, смотри там, короче, это. Если чё, бавлюсь. Всегда в такие паки выходили. А чё, его не контролят? У нас срочник не на связи. А так контролят. Взяли в контроль. А, он шарит, отлично, отлично, шарит, молодец. Квадратик поставил, захильте. Я хилю, пошли. Этого слейте. Бегите. Внимательнее в кишке. Браво. Смотрим, какая рука поднята. Пробудите. Иди мобов к этому, к большому, слышишь, танк? По черепу кастеры активнее. Грипните его сюда. Так разверни его от рейда. Сливаем. Пробудитель. Пробудителя добейте, пожалуйста, отлично, уж. Завоевателя свич. Веселый шаг. Балласт подними, подними там тимбича у себя. Можете там особо не торопиться, как бы делаем обычку. Пробудитель. Квадратик, квадратик. Отлично. Пробудите череп. Очень важно играть по пробудителю. Отлично. На какой стадии у вас кишка? Большого, последнего, да. Угу. Очень важно, будете отходить, будете идти к боссу, идете по стене. Танк, забери моба. Значит, танки, вы стоите все здесь в одном фрейме. Босс должен стоять ровно в центре. Не вводите никуда. Все, по стене идите. Пробудитель. Пробудитель. Ну, давайте. Босса, ты что? Запускаете. Босса ударьте. Все, добиваем, добиваем. АУЕ, ударьте босса кто-нибудь. Я же сказал по центру не идти, что было непонятно. Разошлись.
Набрали ранч. Набрали ранч. Танки в один фрейм. Поехали. Ранч 12, ребят. Сами себя корректируйте. Кастеры, почему такая ситуация? Чё с агром? Мобы, мобы. Поставьте босса в центр. Нормально. Все, отлично. Еще раз повторяю, у вас вагон времени сейчас правильно себя поставить. Не сейчас, не это не опасно, сейчас не отбегайте. Мы делаем обычку. Так, Мамока, Шадо, Атрутеллер, Кошка, Киска. Или как там? Прохил сразу. Справа толпа, место, пожалуйста. Спасибо. У вас целый вагон комната, а вы не можете себя правильно поставить. Это не опасно, повторяю, не убегайте сейчас. Я вижу, что вы видите эти ленточки, это замечательно. Стаков. Смотрите, танки, после 7 стаков, после каждого дезбалансирующего удара будете меняться. Ой, блядь, меняться, прожимать сейвы. То есть, вот, например, удар пришел в ДКшника на 7 стаках. Хвостатая, прочитай, пожалуйста, гимн Аман. Все, 8 стаков. Так, хвостата, готовь зубы. По ДКшнику отдашь. Одолжи иннер. Какой-нибудь друид. Да, все нормально, у тебя с маной, расслабься. Я все вижу. War Last Stand прожми, если есть. Я могу сокру дать маленькую и большую. Пока не надо, пока не надо. Ага, понятно. За друлью поднимай кипсу, давай сокру, давай зубы по ДКшник. Вар, пока ничего не забираешь, под зубами танчи ДКшник. Прохилили вара, дали по нему баф. Завоеватели! Зубы закончились, моба, забери вар босса. Уже бегаете от моба. Прожми шива, если есть. Спанч Боб тотем. Иннер, дайте иннер. Задрулю иннер по валке. Валике. Варлайк. Да, точно. Именно так я хотел сказать. Все, добивает. Прожмись, ДК. Бомжей касту, если будет больно. Кто у нас остался из хранителей? Все? Все. Да, Везок остался. Везок-схранитель. Везок-схранитель. Да, Везок-схранитель. С него Т7 падает. Сейчас бой, никого не могу резнуть. Не нойте. А ты что встал, кошка? Ты не полутаешь вот даже. А, да? Я не знал. Ну ладно. Вот нет, я не буду делать. Так, поехали. Поиск кольчуга. Хан-ты. Мордон. Ты не тот его ролишь, Рюгер. Воин-охотник-шаман. Голова.
долга нет! Даруй мне силу! Надели моих смертных союзников! Так, а чё по кускам вообще? У кого сколько? Клипса 0. Два куска. Бармалюга 1. Рюгер 0. Кошка, ему отдайте. Кому? Ровный челик вообще. Кошка-мышка. Который кошмарил. Да не тот токен ролит. Вот, Спанч Боб, он хил. Забираешь третий кусок. Останется тебе четвертый. Пал жрец лок, глава. Кошки, я так понимаю, второй, да? Кошкамурка это второй. Мне голову второй кусок. Жуки. И кошки второй. Не знаю. Хвостатый хил третий. Хорошо, жуки, давай, голова. Голова твоя. Второй кусок. Пока куришь бамбу, все остальное будешь лутать с десяток. Че, в обвалившуюся галерею все и добавили? Налево по лестнице. Там стоит Фрея зеленая и два красных моба. Резвикса тоже предлагаю в обычке, чтобы не тратить время.